Здоровым быть модно. По таким названиям ребята, которые ходили летом на детскую площадку в Дом культуры, организовали праздничную программу. На мероприятии всех юных станичников призвали к здоровому образу жизни. Для них специально подготовили викторину. Она помогла разобраться, что знают дети о ЗОЖ. В какое время года лучше всего начинать закаляться? Правильно, лет. Почему нельзя грызть ногти? И под ногтями микробы. Можно заболеть. Гостей мероприятия развлекали воспитанники творческих коллективов, танцевальных и вокальных. Выступавших на сцене ребят пришли поддержать родители. Дети должны знать о здоровом образе жизни, поддерживать его, быть здоровыми. А это радость для родителей, когда ребенок здоров и счастлив. Максим Мелешкин приехал в станицу Анапскую с Ханты-Мансийска на лето к бабушке. Чтобы не сидеть дома без дела, Максим 3 летних месяца занимался на детской площадке в Доме культуры. И теперь он вместе с Захаром Якушкиным уже ведущий мероприятия. Рассказывает таким же, как он, ребятам о здоровом образе жизни. Нужно заниматься спортом, закаляться. Все о том, что было в этом мероприятии, то нужно делать детям даже с самого маленького возраста. В завершении мероприятия дети рассказали стихотворение о стиле здоровой жизни. Быть здоровым – модно и престижно, доносили со сцены юные жители станицы Анапской. Чтобы Россия была здоровой нацией, мы проводим сегодня эту акцию. Те, кто дышать хочет свободно, точно знают, здоровым быть модно. Против наркотиков я, против наркотиков ты, против наркотиков мы будущее нашей страны.